С победой. Думал после первого тайма, что она получится такой крупной? Ну, можно сказать, надеялся, наверное, потому что, да, понятно, что в первом тайме, может, что-то не получалось, да, вот, но, в принципе, моменты у нас были, и во втором тайме мы вышли, забили быстрые голы, я думаю, уже успокоились, вот, и игра пошла в свое, в наше, так сказать, удовольствие, и еще и моменты были, которые мы реализовали, и уверенно победили, это важно сейчас было. Тем не менее, в первом тайме у Кипра были моменты, это их мастерство или какая-то наша недооценка, или, может быть, потеря концентрации? Да нет, не недооценка, просто ошибались, вот, и Кипр за счет этого создавал моменты, вот, во втором тайме их было меньше, вот, и брак у нас было меньше, соответственно, моментов у Кипра тоже было меньше, так что, понятно, может, привыкали к полю, вот, а в матче с Хорватией, конечно, надо меньше таких ошибок допускать, потому что там серьезный будет соперник. Сегодня забил дебютный гол, расскажи, как это было? Ну, как там, мяч переглянул, попал, вот, я думал, что вратарь его отобьет на угловой, но он не стал этого делать, и, в принципе, я по траектории рассчитывал, что если мяч переглянул, он должен ко мне отскочить, в принципе, так и получилось. Мне осталось только в пустой угол попасть, что я и сделал. В свое время ты играл нападающим, голевое чутье осталось, видимо, да? Ну да, я думаю, что это такое мое, было не то, что фишкой, так, а было у меня хорошо, я мог оказаться там, где надо, и в этот раз так случилось, так что я рад, что открыл счет. Голам за сборную, надо продолжать в том же духе. Не будет самоуспокоенности перед матчем с Хорватией, такой счет все-таки? Да нет, я думаю, что нет, и в первую очередь, я думаю, всем надо шум создавать, да, вот, победили, сделали не что-то особенное, а все, что от нас зависело, вот, и сейчас все мысли будут от Хорватии, и надо понимать, что мы должны положить максимум, и только поэтому мы сможем добиться нужного результата, и я думаю, что, в принципе, у нашей команды это сейчас все по силам, так что будем восстанавливаться и показывать свой максимум в игре с Хорватией. Еще недавно ты в сборной не играл, теперь выходишь в основе, забиваешь, мечты сбываются? Ну, можно так сказать, была мечта, цель, вот, которая шел давно, и я рад, что все так получилось. Вот. Но, опять же, не стоит становиться на достигнутом. Вот, хочется сыграть на хороших турнирах, вот, и, опять же, будем делать все возможное, я от себя лично, чтобы мы туда поехали, вот, и порадовали болельщиков как своей игрой, так и выступлением своим. Спасибо большое.